Заходя в спортивно-зрелищный комплекс, сразу окунаешься в мир волшебства. Сказочные персонажи тепло встречают особых гостей, делая с ними фото на память. Необычное оформление холла порадовало ребят. Здесь и олени, и сани Деда Мороза, и даже медведь с балалайкой. Счастье, здоровье и исполнение желаний. По традиции елку главы подготавливает театр Натальи Бондаревой, который в этот раз представил музыкальную постановку «Доброе сердце». Сказка окунула зрителей в мир настоящего чуда. Здесь даже взрослый успел почувствовать себя ребенком. А приглашенные гости не упустили возможности поздравить жителей нашего района с наступающими праздниками. Хотел пожелать больше здоровья и... В это может быть непростое время, на самом деле находить больше моментов для радости. Не всегда надо их ждать просто, а надо их искать и получать. По словам организаторов благотворительной елки, такие мероприятия помогают особенным детям чувствовать себя свободно. Ведь ребенок должен знать, что его любят, а главное, принимают таким, какой он есть. Дарья Сутягина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».